у народов, населяющих Европу и говорящих на разных языках, до сих пор из уст в уста передаются истории о юноше по имени Джованни ди Пьетро Бернардоне, известным в истории и нашем сознании как Святой Франциск. Юноша этот жил почти 1000 лет назад. Современники оставили нам довольно туманные сведения о его реальной жизни. Поэтому фантазия рисует нам вольные картины идиллии и радости. Так давайте пойдем по этому пути и вспомним одну из легенд, чтобы просто и наивно поверить в чудо. Легенда эта называется «Святой Франциск и птицы». И звучит она примерно так. Святой Франциск поднял глаза и остановился под деревом, на котором расселось великое множество птиц. Он начал разговаривать с птицами, а те сидели и с удивлением слушали незнакомые звуки. Он сказал им: «Мои сестрички, птицы, вы принадлежите миру и Богу. Не пашите и не сеете, не трудитесь в поте лица, а просто летаете и поете. Но при этом кормитесь сами и кормите ваших деточек. Другие пашут, сеют, летать не умеют и добывают хлеб свой тяжелым трудом. Что ж, наверное, Бог очень любит вас, если наградил столь щедро». Все птицы вытянули шеи, расправили крылья, наклонили головы и молча слушали странного человека, говорившего на неведомом им языке, думая, что птицы поняли его. Святой Франциск поднял руки и осенил дерево крестным знаменем. Птицы тут же взмыли воздух, наполнив мир звуками и пением. Святой Франциск смотрел им вслед с улыбкой, думая, что птицы поняли его. А те летали себе в поднебесье и пели свои неведомые песни. С тех пор и мы думаем, что, распевая свои неведомые песни, птицы воздают хвалу Богу, давшему им голос и научившему их летать. Thank you.
Thank you.